Гродзенской области посеяно каля 41% яровых культур от плану. Гэта амаль 150 тысяч гектаров. Ранняя весна и спрыяльное надворье задали добрый темп сёлетней пасяўной кампаніі у регионе. По словах аграрыяў, часовое пахаладанне, что гэтымі днями выпробовывая Гродзеншчыну, не нанесло великой шкоды азімым, ровно як и посеянным культурам. Так, у СВК «Зарычны агра» Гродзенскага района у целом позитивно оценивают якостью сходов. Низкие температуры апошніх дзён запаволили темп росту азимы, храпсу и інших сельскогосподарчих культур, але значного негативного уплыву не оказали. Об наступствах капризов веснового надворья можно будет казать только про певный час. Как обещают, к середине недели вот эти морозы уже успокоятся и наладится теплая погода, то я думаю, что эти морозы для нашего хозяйства существенного влияния не окажут на получение урожая. Так как виды очень хорошие, и рапс, и азимы зерновые, вышли зимовки очень хорошие. Між тым, ва ўсіх гаспадарках рэгіёна вясенне-палявыя работы ідуць інтэнсіўна і максімальна арганізавана. Працягваецца сеў яравых культур, ільну і цукровых буракоў. Апошняя культура пасаджана ўжо на плошчы звыш 16,5 тысяч гектараў. Гэта амаль 50% ад запланаванага. Параллельно у господарках продолжают отсушивать ситуацию сельскогосподаршими культурами у сувязи с понижением температур.